Ну, а я пока ребята настраиваются, еще раз хочу напомнить, что это система медальных испытаний придумана не нами, а английской школой. И вот многие ребята и преподаватели, которые сейчас принимают экзамены, ездили в Англию, сдавали по этой системе также медальные испытания. И вот на стене около преподавателя висит грамота, которая позволяет нашей школе принимать экзамены. Ну, поскольку учеников Трансклуба «Гармония» по городу бесплатно уже бегает очень много, поэтому они также принимают экзамены. Хотя, если взять официально, это разрешение англичанами было дано нам. И эта система вот простого сложного. Вы сейчас увидели самых маленьких участников, у которых буквально 2-3 фигуры.